У Гомельском районе до дня Кастрычницкой революции примерковали открытие футбольной пляцовки. Новый спортивный комплекс сегодня начал действовать у агрогородку Мичуринская. Открытие футбольной мини-пляцовки – еще один крок по притягнению населения до здорового ладу жизни. Ее будовництво отбылось в рамках социального проекта «Банфеста детям». До 2020 года Туровский молочный комбинат совместно с Белорусской федерацией футбола планует побудовать в Украине 78 таких пляцовок. У Гомельском районе подобный спортивный объект первый. Этот район ведомый своими спортивными достижениями. На рахунку выхованцев дитячо-юнацкой школы Олимпийского резерву больше как 90 медалей сусветного и европейского уровня. Открытие футбольных пляцовок позволит вязковому населению не только с корыстью проводить вольный час, але и долучаться до великого спорта. С этой нагоды у агрогородку одночасово с футбольной открыли еще и пляцовку с уличными тренажерами. На этой площадке, я думаю, мы не остановимся. У нас в планах есть универсальная площадка строительства, здесь тренажерного зала, тренажерных площадок здесь. То есть этот комплекс, который имеет перспективу на жизнь.